Здравствуйте, я Зиновий Фалерий, руководитель этой замечательной актерской группы, которой мы занимаемся не так давно, но очень и очень радостно и успешно. Ведь правда? Правда. Мы от души хотели, чтобы вы каким-то образом узнали о нас. Может быть, пришли и посмотрели на наши занятия, которые сводятся к тому, что проходим академическую театральную школу системы Константина Сергеевича Станиславского в разнообразии ее форм и проявлений. Итак, милости просим. Это подтекст, понятно, да? Но когда нам нужно будет это на сцене сыграть, вряд ли это получится, потому что, да, либо вы наигрываете, это мое, или там еще как-нибудь, а это абсолютно вот мое. Конючить, противно надо немножко. Мама, мёда, ну ладно, возьмите, хорошо. Он вне себя, он негодует, он злит. Это результат. Вот как выйти сыграть, вне себя негодовать? Поэтому надо уметь переложить на действие. То есть вспомнить либо конкретный факт по отношению к вам, это может быть это не буквально вы, понятно, да? И вы вспоминаете. Вот это и есть основа сэнд-движения уже. Хорошо. Ритм забыли, ритм не слушаем. Ох, не слушаем. Нам никто не заставляет выступать с выражением, читать, понятно? Да вот эти школьные все дела надо ставить. И день, и ночь враги между собой, как будто подают друг другу в руки. Та мастерская, что хранит его, застеклена любимыми глазами. У твоего украл он поведение. Пускай черты прекрасны его, для всех времен послужат образцом. Их мнения несуразны, неверны, неведением были рождены. Будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. На сцене нет мелочей. Понятно, да? Вот возникло импровизированное про перо, и хоть вы треснете. Сильнее этого больше ничего не будет. Понятно, да? Потому что не знаю, откуда у вас там... Заслужит пера иного. Все, дальше уже можно что угодно делать. Понятно, да? Это к вопросу о приспособлениях, о важности их и так далее. Ну, пусть они брызгают их, можно, пусть они открываются. Thank you.
Птичку жалко.